С места, если кто-то захочет выступить с кафедры, пожалуйста, она есть. Мы сегодня с вами встретились по поводу той причине, которая для меня лично очень важна. Да, я думаю, для каждого православного человека она не просто важна, а сверхценна, актуальна, и она сердечная часть нашего внутреннего душевного состояния, нашего духа, каждого русского человека. И сегодня мы поговорим о святом царе Николае и его святой семье, о их подвиге, о их примере жизни и смерти во славу Божию, которая увенчала их жизненный путь и привела к тому, что наши святые, царь Николай и его семья, они прославлены в лике святых страстотерпцев, и они не только прославлены, но они и прославили Русь собой, своим подвигом, своим примером своей жизни. И для меня, например, чем важна сегодняшняя тема, помимо того, что мы отмечаем столетие этого и трагического, и одновременно вдохновляющего исторического момента в нашей истории, для меня очень важна эта тема еще тем, что она неосмыслена до сих пор, как мы видим из окружающей нас обстановки, из окружающего нас мира. Мы до сих пор находимся под гнетом тех стереотипов, которые зачастую, чаще всего, и стали причиной свержения монархии, ареста царя-батюшки, его убийства. То есть мы до сих пор не только не изменили наши краеугольные постулаты жизни, я имею в виду и духовные, в первую очередь, как общество православного, номинально по имени, но далеко от православия по содержанию, так же, как и исторический и политический момент в этом году. А затем в 18-м продолжилось с кончиной, с мученической кончиной царя-батюшки и его семьи. Поэтому мне кажется, что я уверен в том, что еще будущее скажет свое слово. Наши потомки осмыслят тот подвиг, который принес ради России, ради нашего русского православного народа царь-батюшка, лучше, чем мы. Почему я так считаю? Потому что наше поколение, живущее сейчас, да, вот даже до 80-го года, те, которые рождены, они во многом в плену стереотипов советского времени, в плену тех установок атеистических, антимонархических, это точно, и антиатеистических очень многих, которые были нам навязаны в Советском Союзе в ту эпоху. И поэтому мы знаем, что большое видится на расстоянии. И когда мы потеряли ту главную ценность, государственную, политическую, которая у нас была, а именно монархию, царскую власть, Богом установленную власть, тогда мы испохватились. Но не сразу, а спустя много десятилетий, когда Россия принесла огромные жертвы, несла потери в двух мировых войнах, во время гражданской войны, во время репрессий, мы поняли, что чего мы лишились. Потому что на самом деле эта потеря, она колоссальная, и она, можно даже сказать, в каких-то моментах катастрофическая. Потому что никто не вернет десятки миллионов людей, которые погибли. Я сейчас суммирую вообще все потери, которые были у нас во время двух мировых войн, гражданской войны. Потому что если бы наша монархия не рухнула, если бы мы жили духовно, да, и продолжали поддерживать нашего царя-батюшку, который, как видно, нес святое служение свое, да, хотя, конечно, у него, как у человека, были какие-то грехи, но так как он закончил свою жизнь мученически, это все подтвердило, что зря мы его не слушались, если так по-простому сказать. Зря русский народ поверил басням западных вещателей, западных пропагандистов, и повел себя неправильно, отказался, отрекся от Богом установленной формы правления, от монархии, и перестал слушать царя-батюшку. И потом произошло то, о чем говорили наши праведники, неправедный Иоанн Кронштадтский, святитель
Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов предсказывал многое, да, и другие отцы предсказывали, да, что будет в России страшная ига, и мы зальемся кровью, и будут большие проблемы у нас именно из-за того, что духовно мы отреклись фактически от следования тем заповедям, которые Господь нам указал. А Он сказал сам, да, что не прикасайтесь к помазанным моим. То есть мы сделали большую ошибку, наши предки. Да, понятно, что мы лично в этом не участвовали, но, как говорит нам предание церкви, да и сам Господь, что Он наказывает до третьего, четвертого колена. Да, в Ветхом Завете говорится о том, что я Господь Бог, наказывающий до третьего, четвертого колена, и до тысячи родов благословляющий, если есть основания для этого благословения. Поэтому для нас, считаю, самым важным для русского народа, для всех православных людей, это осмыслить подвиг святого царя и его семьи, сделать выводы из истории, из того исторического урока, который мы получили все в 17 и 18 году и в последующие годы, и начать менять свою жизнь каждого из нас и тех людей, которые от нас зависят, в семье, на приходе, и в других каких-то, да, местах, в которых мы имеем какой-то вес, авторитет, и нам нужно начинать, конечно, с себя. Менять себя по тому образу, который представлен для нас в предании церкви, и менять окружающих людей, свое отношение к заповедям Божьим. И одной из них, кстати, является, понятно, что она не входит в 10 заповедей, но монархия – это Богом установленная форма правления. Мы это знаем еще с Ветхого Завета. Это одна из краеугольных заповедей, вернее, краеугольная в плане духовно-политическом, геостратегическом, геополитическом, как хотите назовите. То есть, если мы не будем менять свои отношения к монархии, и то тогда ничего будущего у нас никакого не будет. Это очевидно. Вот. Ну вот на этом мое небольшое вступление заканчивается. Я хотел бы предоставить слово Ирею Вячеславу Патрину, директору Центра подготовки церковных специалистов, декану Московского факультета Царицынского православного университета, вот, и тому человеку, который меня, собственно говоря, учил в этом университете, без всяких реверансов, я просто вот с иноми выражаю такие глубокие чувства к отцу Вячеславу и предоставляю ему слово. Спасибо большое, Максим. Дорогие отцы, дорогие братья, дорогие сестры, скажу, тема моего доклада посвящена осмыслению семьи царской как образа Малой Церкви. Ну, вообще, на самом деле, это классическое определение, что семья – Малая Церковь, и обращая эту идею к царской семье, мы за ним обращаемся, в принципе, к классическому определению. Ну, что касается царской семьи, здесь еще есть такое пересечение, связанное с тем, что царская семья – это не просто обыкновенная семья, рядовая, к которой мы относимся. Царская семья – это государство в миниатюре. И государство – это тоже является формой церкви, да, потому что церковь – это собрание людей, экклесия по-гречески. И в царской семье мы видим, сосредоточение вот этих многих идей, связанных с понятием церковь. Это что касается такого подхода академического, как бы я замечал, но мне бы хотелось перейти на уровень такой более, наверное, простой и нам всем близкий. Когда я смотрел на фотографию, которую Максим здесь показывал, то на фотографии я видел людей, простых людей, да, конечно, они царские особые, но это тоже люди. Да, вот Бог нас сотворил одной природой. Где бы какой бы человек ни занимал бы место, он остается человеком. И это быть человеком значит хотеть быть счастливым. И семья, как мы по жизни своей знаем, мы создаем семью, чтобы быть счастливыми. Да, то есть кто из нас создает семью, чтобы быть несчастными? Да никто. Это как бы противоречиво. Мы хотим быть счастливыми. И мы видим тоже на фотографии
от царской семьи людей, которые хотят быть счастливыми. Их семья – это место их счастья. И, ну, насколько мне вот известно, да, по описанию этой семьи, они действительно были счастливыми вместе. Да, и для это для нас образец, я бы сказал. Образец, что мы должны в этом им тоже подражать. В взаимоотношениях, в уважении. Потому что, как сказал апостол Павел, да, что в чем проявляется именно церковность в семье, это когда, ну, существуют взаимоотношения, правильные взаимоотношения. Что, ну, жена там скажет, подчиняется мужу своему, а муж любит. Да? И чем отличается подчинение от любви, скажем так? Да? То есть, по идее, это вопрос взрослости, взрослого состояния. Что ребенок тоже подходит к родителям, говорит, я вас люблю. Да? Но это не та же самая любовь, что родительская любовь. Ребенок, конечно, потребляет. Он подходит, и он, ну, скажем, это естественно, он эгоист. И он любит потому, что родители ему отдают себя. Это нормально. Вот мы, по идее, Богу тоже такие дети, на самом деле. Бог нас за это не наказывает. Говорит, ну да, вы мои дети, я вам всего себя отдаю и послал Сына Своего к нам. И поэтому взаимоотношения в семье есть такая именно расстановка определенная. Что муж, он должен любить, потому что он должен осмыслять то, что происходит в семье. И он должен иметь позицию именно, ну, родителя, даже по отношению к своей жене, не говоря уже по отношению к своим детям. Это ответственные, на самом деле, слова апостола Павла. Они призывают к ответственности даже больше, ну, скажем, чем супругу. Потому что подчиняться – это как-то более понятно. Подчиняться, да, я делаю то, что мне говорят, но подчиняться не значит ничего не говорить, не вступать в взаимоотношения. Подчиняться значит оставлять последнее слово за мужем. Да? И я думаю, здесь действительно мы сразу такой пунктик, у нас загорается лампочка, а как в наших семьях? Ну, думаю, не так. Да? Последнее слово не за мужем остается, а за женой, а часто за детьми. И с этим связаны определенные сложности, потому что, ну, природа так устроена, что для гармонии лучше оставлять последнее слово, чтобы муж сказал. И муж, он так, мужчина так устроен, что он будет делать то, что хочет жена, на самом деле, так просто, по натуре. И, скажем так, мужчину расстраивает, когда ему не дают это проявить. Да? То есть поэтому, обращаясь, например, к царской семье, мы видим гармоничное общество. Да? И в этой гармонии есть проявление церкви, потому что также Христос, Он возлюбил свою церковь, возлюбил всех нас. И Он, конечно, дает нам право на свою свободу, Он к нам как к детям обращается, но Он предал себя за нас. То есть ничего не оставил за собой, сказал, а вот это для меня, для себя. Ну и, скажем, в нашей семье тоже нам очень сложно что-то не оставлять для самих себя. Да? И вот это есть червячок, я насколько понимаю, что да, есть супруг, есть супруга, но есть что-то для меня самого. И вот это нехорошо. Да? Нехорошо, мы сами понимаем, что это неправильно. Что, по идее, должно быть полная самоотдача. И здесь, скажем так, не все так плохо. То есть, действительно, если у нас в семье не так, это не значит, что нужно вот идти и разводиться, и все. Говорит, это ничего подобного, у меня ничего не получилось. Нет. Речь идет о том, что есть дети. Да? Я перехожу, что есть мужчина, женщина, есть царь, есть царица, а есть дети. И дети, на самом-то деле, это лекарство, которое лечит всех нас от эгоизма. То есть это то, что нас, ну, учит быть родителями. И учит не на себя ориентироваться, на свои потребности, а на другого. Поэтому, если у нас не получается между там, мужчиной и женщиной такие отношения, ребенок начинает нас исправлять просто-напросто. И вот царская семья в этом смысле тоже представитель вот такого общества, где дети есть. Конечно, дети влияли на родителей. И можно понять, что их жизнь, в конечном счете, и император Николая II Святого, да, и царицы, это была жизнь во многом посвящена их детям. То есть это самоотдача, мы видим, что они, не было у них ничего, чтобы они для детей не сделали во благо, конечно. Да? То есть речь не шла о потакании каким-то капризам.
Да, то есть мы видим, что это люди очень воспитанные, и есть строгость в их лицах. Но вот это я вижу то, что как бы мы могли бы интерпретировать эту идею царской семьи как церковь для нас. Потому что, конечно, можно говорить о богословских понятиях, теоретических, но, скажем так, наше учение церковное, оно очень продуманное, оно очень взвешенное, но для нас оно часто остается слишком далеким, потому что мы проще. Да? И поэтому я свой доклад именно хотел бы обратить всем к нам, да, именно вот такую обратную перспективу сделать, что, в принципе, говоря о церкви, говоря о царской семье как церкви, мы должны говорить о примере для нас, примере как икона, потому что в чем отличие, да, что мы не можем себя поставить на место царской семьи, мы простые, да, то есть в этом тоже, ну, как для меня, может быть, так, ну, как для историка, иногда важно людям сказать, что мы часто обольщаемся себя, когда ставим себя на место царской семьи, у нас другое положение немножко, да. Нужно чуть, да, их образ принимать, образ как икона, ну и понимать, кто мы такие. То есть очень важно отличать, развлечение должно быть у нас. Кто мы, кто они, в чем у нас сходство, в чем у нас различие. И сходство, как я сказал, это желание счастья. Они хотели быть счастливыми, и мы быть хотим быть счастливыми. У нас есть заповеди, и у них есть заповеди. У нас есть жизнь, скажем так, отношения. Там, мужчины, женщины, и у них были, у нас есть отношения с детьми своими, и у них тоже были. И вот на этом уровне мы едины, мы можем их понять, можем им сопереживать, и они для нас в данном случае могут быть примером очень глубоким. А править страной – это не наше, скажем так. Мы в данном случае на этот уровень не можем перейти. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы наше общество, оно было здоровым. А здоровье общества – это правильное, скажем, понимание себя, понимание другого и смирение. Потому что я бы хотел бы закончить, да, вот теми последними моментами в их жизни царской семьи, что они смирились, да, и в этом их действительно святость. Потому что я помню молитву царских мучеников последнюю, да, что они говорили, что дай Господи нам годину эту, принять то, что нам выпало, да, и простить наших палачей. И вот это, конечно, является для нас примером. Вот это смирение, которое нам часто в жизни не хватает. И в нашей жизни часто бывают моменты, которые нас, через которые Господь нас призывает к смирению, но мы взбрыкиваем там, да. Вот. И можно себе вспоминать об этой семье, что если уже царей, кстати, царями так поступили, то кто мы такие на самом-то деле, чтобы здесь, ну, не знаю, там, строить из себя непонятно что. Мы простые люди на самом деле, это нормально, это хорошо. И у нас единое отечество, единое призвание быть с Богом. И заставлять единую семью в церкви, где мы будем единая семья, и на данном случае даже царской семьей. То есть есть большая семья, церковь. И дай нам Господь, чтобы мы были едины в этой церкви. Аминь. Спасибо. Я аспирантом Московской духовной академии. Вот. Как угодно вы можете обращаться, Максим Анатольевич, как вам угодно. Вот. Если нет вопросов, то тогда продолжим. И следующий докладчик у нас — это Колоскова Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, преподаватель Центра подготовки церковных. Дорогие батюшки, дорогие братья, сестры, конечно, знаете, о такой теме, честно говоря, не хочется говорить научным языком, а хочется сказать, как Максим, сердечно. Потому что, ну, это вопрос, который касается, в принципе, каждого человека. Воспитание детей, как вот эту цель обретения счастья человека, как сказал отец Вячеслав, как вместе с детьми к ней прийти, как их привести. Вот я думаю, что на примере как раз вот этой семьи можно очень хорошо проследить и увидеть этот путь. Ну, в общем, начиная разговор, конечно, об этой воспитательной системе царя Николая II,
Естественно, нельзя не рассчитывать, да, на те максимумы, которые заданы, те социальные, экономические условия. Понятно, что это были особые условия, но тем не менее эти особые условия, они накладывали больше ответственности. Знаете, когда я готовилась к докладу, и у меня было собрание с родителями в детском саду, и когда мы говорим о том, что, к сожалению, сейчас очень мало времени приходится уделять взрослым по отношению к детям, и о том, что все-таки это надо делать. Мамочки, знаете, так все вздыхают, говорят, да когда же нам это делать? Мы же так заняты. И я вот невольно вот читаю вот эти книги, я думаю, но та занятость, та ответственность, тот груз, который лежал на царе и на его супруге, и находя вот это время для сердечного взаимодействия, взаимоотношений, я думаю, что, наверное, это как раз-таки пример и тот потенциал, который мы можем увидеть для того, чтобы находить и время в современных таких занятых условиях. Но святыми не рождаются, святыми становятся. Наверное, вот та метафора, которая наилучшим образом может охарактеризовать результат вот это воздействия этого воспитательного пространства, которое окружало царских детей. Для нас важно, конечно, изучить вот эту культурную специфику воспитания августейшего дома, потому что, во-первых, в результате вот такого воспитания, вообще дворянского, царского, формировался тот культурный слой, который представлял вообще Россию на мировой арене. Во-вторых, вообще сама стратегия современной жизни, она требует действительно пересмотра духовных ценностей в современной семье. И сейчас мы видим, что во многом обращается много на это внимания и с точки зрения там, государственной политики в сфере образования. И вообще, в общем-то, педагоги говорят о том, что действительно нужно пересматривать отношения, роль семьи вообще в воспитании, поскольку без семьи невозможно это становление. Много в современной науке подходов к воспитанию, там и антропологический подход, и гуманистический подход, и, в общем, почти 23 подхода насчитывается, но во всех этих подходах главным является человек. И на него ориентируются все педагогические воздействия. Вот все-таки православно ориентированный подход, он главой вот этого всего ставит Бога. Да? И поэтому позиция педагога по отношению к ребенку и родителю то же самое, она другая. Она – это позиция соработничества, то есть содействия спасению, не формирование цель, не даже можно сказать, что воспитание каких-то качеств, а именно содействие становлению личности человека или содействие спасению. Вот именно с этих позиций хотелось бы рассмотреть систему воспитания в семье Николая II. Но, Виктор, нет, давайте пока мы не будем. Да, это мы в конце послушаем. Да. Во-первых, в чем уникальность именно этой семьи, даже царской, воспитания детей, в том, что впервые вот царская семья рассматривала детскую активность, детскую субъектность как вот активный именно субъект жизнедеятельности. То есть ребенок – это не такой недоделанный взрослый, который потом вырастет и все поймет, а это живущий здесь и сейчас, требующий своего такого особого подхода, да, то есть вот именно активный субъект жизнедеятельности, и время детства – это полноценный период с присущими ему видами этими деятельностями, с играми, с шалостями, с теми вопросами, которые они задают. То есть для детей было создано детство. И в этом большая заслуга, конечно, матери, да, царицы, поскольку она и сама говорила о том, что радость и счастье нужны детям не меньше, чем растения, нужны воздух и солнечный свет. Поэтому дети были окружены здоровой обстановкой. Николай говорил о том, что мне нужны русские дети. Поэтому дети купались, дети ездили верхом на осликах. Дети имели активную игру, достаточно время проводили на воздухе. То есть это были естественные, нормальные игры для детей.
понятно, что взрослые, конечно, они как бы лингвизируют детскую субкультуру, используют в процессе социализации культурные тексты, с помощью которых ребенок себя раскрывает, усваивает эти социальные нормы, да, то это детские стишки и игры. То есть вот с помощью этого они моделируют мир и отношения в нем. И весь вот этот скрытый материал, он содержит такие социокультурные программы, которые дают возможность ребенку воспринять. Поэтому детей окружали детской литературой, окружали, причем она была отобрана с той задачей, чтобы мир представлялся для ребенка как можно более открытым. И задача взрослых вот в этой семье было в том, чтобы подготовить ребенка к этой жизни. Поэтому императрица Александра Федоровна написала, что касается детей, то долг родителей подготовить их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог. И, в общем-то, это было видно, да, по вот кончине, которая была у этих людей. То есть к детству особое отношение. Именно детство должно сформировать чувство доверия, вот это базовое чувство к окружающему миру, и только тогда может появиться у человека вот этот полноценный взгляд на жизнь, и, ну, в том случае, если семья – это защитный механизм. Главным центром жизни любого человека, пишет опять же царица, должен быть его дом. Это место, где растут дети, растут физически, укрепляют свое здоровье, впитывают в себя все, что сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, все их окружение и все, что происходит и влияет на них, даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Вот то, что в педагогике называется принципом природосообразности, принципом эстетического воспитания. Об этом говорил и Феофан Затворник, об этом говорил Иван Ильин в свое время. Окружение ребенка не должно быть случайным. Окружение ребенка должно быть таким, которое будет поможет ему впитывать эту красоту. Все прекрасное, что видят детские глаза, это опять письма царицы, отпечатывается в их чувствительных сердцах. Где бы ни воспитывался ребенок, на его характере оказывается впечатление и места, где он рос. Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины, и если картины в доме чистые и хорошие, то они чудесно на них влияют. Делают их утонченнее, но и сам дом чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с приятным окружающим видом оказывает бесценное влияние на воспитание детей. Было признано, что ребенок выстраивает свою собственную модель под влиянием культуры взрослых за счет накопления личного опыта в немалой степени, опять же, благодаря опыту других людей. Поэтому очень большое значение отводилось окружению детей. Не случайно не приоритет отдавался простому, опять же, воспитанию, и окружали вот детское вот это сообщество, оно состояло как раз-таки из детей-слуг. В частности, два ребенка матроса-няньки, который был приставлен к царевичу Алексею. Это были его друзья, с которыми он, в общем-то, проводил детство. Значит, вот как наставляла Александра Федоровна свою дочь Ольгу в письме: «Будь особенно вежлива по отношению ко всем слугам и няням. Они так хорошо заботятся о вас. Подумай о Марии, как она устает и не очень хорошо себя чувствует. Не заставляй ее еще и нервничать. Слушайся ее, будьте послушными и всегда добрыми. Я сделала ее вашей няней, и вы всегда должны хорошо относиться к ней. Ты достаточно большая, чтобы понять, что я имею в виду. Будь хорошей и слушайся маму. Прочти это Татьяне. Всегда проси прощения, когда была грубой или непослушной. А сейчас постарайся быть как можно лучше, и я буду счастлива».
Государь требовал от своих детей уважения и внимания к нуждам любого человека. Но один из эпизодов, который встречается во всех книгах, посвященных воспитанию, это эпизод, когда государь вместе со своим подчиненным купались и плавали, и с царевичем Алексеем. И, выйдя из реки, ребенок разбросал вещи вот этого подчиненного, и после чего тот хотел выйти и собрать свои вещи, но его остановил царь Николай, сказав, что нет, это должен он сделать сам, поскольку должен исправить свой промах, да, чтобы это отпечаталось в его душе. То есть вот такое внимание к мелочам, оно как бы и есть, наверное, воспитание. Да? То есть это не в большом, а вот в малом как раз формируется человек. Но еще один принцип педагогики, который в свое время и выдвинул известный богослов и педагог-протоиерей Василий Зиньковский, это принцип связи воспитания с жизнью. Да? Вот он говорил, что нельзя так жить, как если бы не было смерти, но нельзя так воспитывать, как если бы не было смерти. Да? То есть вот это вот отношение к детям, когда вот лучше скрывать от них, не надо открывать всю правду о жизни, да, что нужно, чтобы они, в общем-то, были готовы, а только потом мы можем об этом говорить. Ну, в частности, очень много там, и даже вот это отношение к смерти. В современной, например, педагогике очень часто педагоги даже не используют и стараются избегать эту тему. Все-таки важно, чтобы ребенок был вместе со взрослым и переживал это. Понятно, что, конечно, этот уровень переживания, он не может быть так же глубок, как у взрослого, но открывать ему, давать ему эти чувства пережить, это нужно. То есть этот принцип требует от взрослого широкого такого оперативного ознакомления воспитанников именно вот с общественной жизнью труда окружающих, с изменениями, которые происходят в мире. Да? И это в полной мере проявлялось в семье царя. Да? Ну, я думаю, что вот мы потом еще услышим о служении и милосердии этих людей. Но самое главное, зачем делали это? То есть, вот, смотрите, когда государыня брала с собой девочек в госпиталь, где туберкулезные больные были, где она рисковала здоровьем, в общем-то, особ царских, вот даже этот риск для здоровья не пугал Александру Федоровну, потому что она понимала ту духовную пользу, которую получат девочки, сталкиваясь со страданием. То есть она так писала: «Наши девочки прошли через тяжелые курсы для своих лет, и их души очень развились», – писала она мужу. «В самом деле, такие славные и такие милые они теперь, они делили все наши душевные волнения, и это научило их смотреть на людей открытыми глазами. Так что это очень им поможет позднее в жизни. Мы одно, а это, увы, так редко в теперешнее время, мы тесно связаны». Вот это переживание страдания, вот эта спасительная роль страдания, которая соединяет и объединяет людей, вот они создавали такие условия. Ты видишь, пишет она в другом письме, наши девочки научились наблюдать лица людей, и они очень сильно развились через это, через их страдания. Они знают все, через что мы проходим. Это необходимо и делает их зрелыми. К счастью, они по временам большие были, но у них есть вдумчивость, душевное чувство гораздо более мудрых существ. Также воспитывали и сына, и когда, в общем, любимый наставник и девочек, и царевича Алексея Николаевича Пьер Жильяр был против того, чтобы царь брал с собой ребенка на военные действия и показывал ему это, тем не менее, вот здесь царь настоял на том, чтобы он это все видел. Он говорил: «Я... Там было столько впечатлений, притом слишком сильных для такой нежной и хрупкой натуры. Мальчик становился нервным, рассеянным, неспособным на производственный труд. И я доложил, это Пьер Жильяр пишет, о своих наблюдениях императору, признавая их вполне основательными
этому. Но возразил он мне, что все эти отрицательные стороны вознаграждаются тем, что Алексей Николаевич теряет свою природную застенчивость и нелюдимость, и что зрелище всех бедствий и горя у него на всю жизнь от этого останется спасительное для него будущее отношение к войне и к страданиям людей. А здесь одно отношение к наставнику, в частности, к учителю. А с другой стороны, и император, и императрица очень прислушивались к авторитету учительства, вот, что тоже, в общем, не характерно вот сейчас, например, для нашего времени. То есть авторитет учителя, авторитет наставника очень слаб, соответственно, детям не на что равняться. Дети слышат в обсуждении даже родителей, та учительница не соответствует нашим требованиям, тот педагог говорит неправильно и плохо, то есть теряется авторитет. Вот здесь очень четко распределены были педагогические влияния. Все-таки вот Пьер Жильяр, он вел определенную политику в области воспитания, и к нему прислушивались. Ну, например, когда приставив к царевичу Алексею вот, матроса Деревянько, который ходил за ним, в общем, постоянно и отслеживал каждый его шаг, в свое время Пьер Жильяр настоял на том, чтобы убрать постоянную опеку от ребенка, поскольку терялась его инициативность, терялась его самостоятельность, и ребенок находился в раздражительном состоянии. Трудно было решиться родителям на этот шаг, но тем не менее они прислушались и пошли. И после этого был такой эпизод, но царевич Алексей был тяжело болен, и в общем любая оплошность, любая неосторожность и травма, она могла быть вообще смертельной. Поэтому, ну, конечно, сердце матери совсем другого жаждала, и вот эта вот гиперопека, она могла навредить. И вот это после вот этого согласия освободить ребенка от такой опеки случилась действительно травма, там он спрыгнул с парты, и в общем колено было повреждено, и ребенок на несколько недель, в общем, страдал и был прикован к постели. И Пьер Жильяр пишет, что ни слова упрека. Он говорит, я видел страдания матери, я не находил себе места, потому что это случилось, в общем, и по моей тоже такой оплошности, но ни слова упрека ни от Николая, ни от Александры он не услышал. То есть вот это тоже пример такого, ну, отношения, доверия, да, вот, к людям. Ну, еще один, как бы, уже больше, наверное, много не буду, еще один такой принцип педагогики, на который бы хотелось вот обратить ваше внимание, это принцип иерархичности, да, то о чем вот говорил батюшка, опять же, да, когда выстроена вот эта система, Бог, Отец и все остальные чада, да, то тогда движение, вот, к преобразованию, оно идет естественно, без таких исканий, заблуждений. Да? То есть, ну, когда есть управление, когда корабль управляется, да, вот тогда понятен курс, да, и понятно, где остановки сделать, где ускорить темп, где замедлить, то есть есть руководитель. Поэтому, конечно, вот это тоже в семье очень четко регламентировалось и определялось. Ну, несколько там таких эпизодов, которые характеризуют это, когда ребенка, опять же, царевича Николая привезли из Сибири там, в подарок соболя. А там, ну, подарок был, конечно, необыкновенный, поскольку животное, и царевич Алексей очень это любил, и, в общем, началась игра в гостиной, и, ну, понятно, что соболь, да, вы представляете, что там началось, что там вытворялось, дети бегали, кричали, в общем, царь Николай очень поблагодарил тех стариков, два мужа с женой привезли ему этот подарок, он был очень благодарен, наградил, в общем, и попросил увезти его. То есть, и несмотря на просьбы там, детей, он сказал, нет, этого не будет, в нашей семье это, в общем, неуместно. И как девочки не упрашивали, в конечном итоге они сказали, раз, папочка. Ну, это вот такой один из таких эпизодов, когда, в общем, вот иерархия в семье четко разграничена. Еще какой момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это вот это микросоциокультурное пространство семьи.
А это праздники. Отношение к праздникам было в семье вот то, каким бы должно бы быть. То есть вот, вот это то, что мы можем перенять, и то, на что мы можем равняться. То есть праздник – это ценностная основа праздника и выделение в ней вот именно тех норм, к которым нужно стремиться. То есть Пасха, конечно, самый яркий праздник – это Пасха, а это значит, что дети не ждут подарков, а готовятся делать подарки. И поэтому, причем это не подарки, которые куплены, которые привезены откуда-то, а это подарки, которые сделаны своими руками. И задача детей – не позабыть никого. То есть и, это один момент. А вторая задача – подумать каждый, в чем нуждается, чем лучше всего обрадовать. То есть это значит внимательное наблюдение к окружающим, к близким, то, чего, в общем, мы хотим, и от своих детей то, к чему мы бы хотели бы стремиться. Замечать, любить, дарить и, соответственно, на этом выстраивать все. Ну и закончить я хотела бы еще одним принципом, который, ну, наверное, не знаю, может быть, многодетные семьи это испытывают на себе. Но в частности, вот в царе в семье царя Николая II этот принцип очень жизненный был. Да? Это индивидуальный подход к каждому ребенку. Индивидуальный подход, он позволяет вот как раз-таки раскрыться тем способностям, которые заложены в каждом человеке. То есть, собственно, это, опять же, вот это и есть содействие. Не следовать цели родительской, мои цели вот такие, чтобы ребенок стал таким, а помочь раскрыться то, что заложено Богом. Вот именно Богом, то, что заложено Богом, да, в человеке. Вот именно с таким отношением и относилась царица Александра и Николай II к своим детям. Каждый имел свою изюминку, свою точку развития, свою траекторию развития. Да, ну, к сожалению, да, вот страшная вообще трагедия, да, то, что эти пути вот так, да, ну, наверное, так и должно было быть, наверное, так все и не могло по-другому, но тем не менее, вот как бы эти способности, они были, развитие было прервано. И тем не менее, вот этот конец, который наступил, и то, как люди приняли это, вот батюшка об этом говорил, да, с какой любовью они относились, и какое испытывали они чувства, да, и, ну, конечно, там было все, но та любовь, те взаимоотношения, которые были в семье, они, наверное, говорят о том, что это действительно была любовь, которая царила в их семье, и это была работа вот, по созданию вот этой атмосферы. Ну и в заключение я хотела бы, чтобы вот эта как бы индивидуальность, эта любовь к каждому, вот прозвучала в песне, которую я вам сегодня хочу послушать. Это из работы матушки Натальи Копейкиной, которая называется «Царская Голгофа». Я вам поставлю только одну песню, которая вот лично меня затронула. Я думаю, что вы ее послушаете, и тоже для вас она станет как бы вот таким. Спасибо, господин министр, за доклад интересный. Можно будет его потом получить в печатном виде, кто вас заинтересовал. Так, послушаем сейчас песню, да, потом, если у кого-то вопросы, к Инне Викторовне, тогда, я думаю, оставим на потом, на последнюю часть вашего мероприятия. Мать с детьми прощалась, пела в последний рог, пела песню скорби, тихо молю. Деточки мои милые, ночь эта коротка.
ночки, мои милые, ночи до коротка, будут вам завтра постелькою белые облака. Замечательно.
произведение. Цирка зовут Святого. Кстати, я вам очень рекомендую эту газету. Там публикуется очень много материалов по жизни царской семьи, о подвиге святого царя батюшки Николая и на монархическую тему также очень много материалов. К сожалению, их не так много в наших СМИ. Я потом порекомендую несколько ресурсов. Просим вас. Спасибо. Ну, прежде хотелось бы поблагодарить организаторов данного семинара. Максим сказал, что в своем вступительном слове, что тема осмысления подвига святых царственных мучеников страстотерпцев, она для России исключительна и вообще, как бы, можно так сказать, ставит вообще вопрос дальнейшего, как бы, нашего существование как православной страны. Ну, в этом направлении определенные положительные подвижки все-таки наблюдаются, если сравнить, например, там, 20 лет назад, 25 лет назад, там, начать 90-х годов. Все-таки сейчас появляется все больше публикаций, материалов, как историков, так и богословов на тему подвига святых царственных мучеников. Появляется большое количество грамотных исторических документальных фильмов. Ну, наряду с этим, конечно, есть и провокации врагов православия, типа фильм «Матильда», вы знаете, наверное, эту историю прошлогоднюю, которая, так сказать, достаточно сильно всколыхнула православную общественность. Ну, кстати, вот эта реакция показала, что, в общем-то, в народе есть достаточно большое понимание важности. И вот те протесты, которые проходили по России против показа вот этого фильма провокационного, кощунственного, они показали, что вот этот процесс осмысления, он идет, слава Богу, и я думаю, он будет и дальше идти. Потому что, как бы, все говорит за то, что постепенно мы будем духовно все-таки выздоравливать и приходить к тому пути, от которого мы ушли, наши предки. Ну, теперь перейду непосредственно к докладу. Ну, значит, тема моего доклада – подвиг святой царской семьи и его значение. Ну, сразу говорю, что я здесь постарался от себя как можно меньше каких-то слов говорить и опирался на цитаты либо святых, либо таких духовно авторитетных людей. Сейчас мы часто слышим словосочетание «национальное достояние». Кто-то считает нашим национальным достоянием природные ресурсы, газ, нефть, кто-то культурное наследие или спортивные достижения, либо еще что-то. И все это по-человечески понятно. Но для нас, православных христиан России, наше главное национальное достояние – наши святые. А святые царственные мученики и страстотерпцы, государь-император Николай II и его семья в сонме русских святых занимают особое место. Связано это не столько с уникальностью их мученического подвига, ведь в данном случае мы имеем дело со страстотерпчеством и мучеством целой семьи, как поется песни современной, «Семеро и было на одном кресте». Сколько с тем исключительным значением царя и царской власти вообще, которое оно имело и имеет в судьбах России. Чтобы понять значение царя-помазанника Божия для России, как православной страны, приведу несколько цитат из святых отцов. Преподобный Максим Греб писал: «Царь есть образ одушевлен Царя Небесного». Святитель Дмитрий Ростовский: «Лицо и сан царя христианского на земле есть живой образ и подобие Христа царя, живущего на небесах. Ибо как человек душой своей есть образ Божий и подобие, так помазанник Божий своим саном царским есть образ и подобие Христа Господа». Святитель Филарет Московский Дроздов: «Господь устрояет на земле государство и дает им главу в царе, чтобы они под управлением единого, согласным действием всех, созидали свое
благоденствие временное для благоуспешного достижения вечного спасения. Дело государя, Богом поставленное, поставленного и являющего в лице промысла Божия о людях, сознать сие великое значение свое и выполнять его со страхом, непрестанным благоговением, чтобы принимать от Бога через сердце его промыслительные распоряжения. Как небо бесспорно лучше земли и небесное лучше земного, так же бесспорно лучшим на земле должно быть признано то, что на ней устроено по образу небесного. Бог по образу своего небесного единоначалия учредил на земле царя, по образу своего небесного вседержительства устроил на земле царя самодержавного, по образу своего царства неприходящего, продолжающегося от века и до века, поставил на земле царя наследство. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский писал: «Друзья, крепко стойте за царя, чтите, любите его. Любите святую церковь и отечество, и помните, что самодержавие – единственное условие благоденствия России. Не будет самодержавия, не будет России. Чем бы мы стали, россияне, без царя? Враги наши скоро постарались бы уничтожить и само имя России, так как носитель и хранитель России после Бога есть государь России, царь самодержавный. Без него Россия не Россия». Преподобный Анатолий Оптинский задолго до революции говорил: «Судьба царя – судьба России. Радоваться будет царь, радоваться будет и Россия. Заплачет царь, заплачет и Россия. А не будет царя, не будет и России. Как человек с отрубленной головой уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без царя будет трупом смердящим». Подобные цитаты можно продолжать и продолжать, но ограничусь этими для обозначения той роли, которую играл царь в жизни нашей страны. Теперь перейду к непосредственной теме своего выступления, а именно подвигу святого царя-мученика Николая и его семьи. О том, что подвиг русского царя был глубоко христоподражательным, отмечено многими духовно грамотными исследователями. В июле 1918 года в Екатеринбурге было совершено гнусное и подлое злодеяние. Последний православный император Булатной, развиваясь на раковую опухоль, захватил государь, стал одновременно жертвой и победителем. Для царственной осознать величие подвига и христианского благородства, которое ему было давно предвосхищено. Сияние его жертвы мученичества – это подражание и подавление Христу. Мученик становится, причащая завтра Николая, уже старший житием, а сегодня обувь Христа. Здесь другое промыслительное сходство, которое должно указать на знание, смотрел с вершины горы Иерусалим, священный город, окруженный мощностью, которого его глаза наполнились слезами. Он видел святые гробницы, груды мертвых тел на улицах и площадях покрытых крепостью, чего не знаем другого царя, кроме свободы. Народ их избрал, как император сходил по ступеням Ипатьевского дома к своей Голгофе, держа на руках больного. Ныне широко известно стихотворение царского поэта Сергея Бекетова, что это стихотворение было близко принято всей царской семье. Оно переписывалось как царевнами, поэтому некоторое время считалось, что автор его великая книжна Ольга Николаевна, так и самой государыне передавалось близким людям как духовное завещание. «Пошли нам, Господи, терпеливый час, и у преддверия могилы вдохни уста твоих врагов, нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Без сомнения, вся царская злодеяния книг царской семьи, читаемых им в заточении, преобладали, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту. Они шли спокойно навстречу смерти, потому что надеялись вступить в иную духовную жизнь, и копия императора Николая II и революции. За трое суток до злодеяния попросил, вышел, что стоявшая позади вся царская семья опустилась на колени. Это была ее молитва в Гефсиманском саду перед страданием и смертью, молитва души, скорбящей до смерти. Последняя церковная молитва на этой земле. В то время, когда взволнованный священник проходил мимо великих княжон, ему послышалось едва уловимое слово «спасибо». После богослужения все приложились к Христу, причем диакон получил поклон при государю и императрице. Известны слова самого государя: «Если для спасения России нужна искупительная жертва, я буду этой жертвой, да свершится воля Божия».
чтобы понять и описать всю глубину и высоту жертвенно-мученического подвига святых царственных страстотерпцев и великомучеников, пожалуй, не хватит человеческих слов. Этот подвиг можно прочувствовать только в собственном сердце. В заключение хочу привести несколько цитат авторитетных духовных лиц, позволяющих высветить все грани этого великого подвига. Старец Псково-Изевский Николай Гурьянов говорит: «Жертва царя Николая – полное сораспятие Христу, жертва за Русь святую. Святость царя исключительна, его великомученические страдания по силе искупительной жертвы за русский народ уподобляются искупительной жертве Спасителя. Страдания и кончины государя и его семьи были сознательной искупительной жертвой во имя спасения России, отпавшей от Господа, во имя воскресения ее через крестные страдания. Наш святой царь искупил своими крестными страданиями соборную клятву русского народа и простил всех за измену и предательство, а мы не приносим должного покаяния, не плачем о царе пред Господом, ведь за царское добровольное жертвенное страдание мы сохранены Богом и не наказаны, как заслужили». Митрополит Антоний Грибановский, первый раб РПЦЗ, писал: «Великомученический подвиг русского царя Николая II почти не имеет равного себе в истории последних веков. И только здесь, на этой трепетной и таинственной Голгофе, мы развиваем сокровенный смысл креста, возложенного на него и вместе с ним на всю его семью свыше. Голгофа – это всемирный жертвенник и вместе всемирное судилище». Епископ Нектарий Концевич: «Важно отметить мученическую кончину нашего государя императора Николая Александровича и его семьи. Он был последним монархом, помазанным святым миром на царство. Государь – помазанник Божий. Это таинство совершается церковью во время коронации, помазанник Божий входит царскими вратами в алтарь престола и причащается святых тайн, как священнослужитель, отдельно тело и крови Христова. Этим святая церковь подчеркивает великое духовное значение подвига царского служения, приравняя его к священнослужению. Итак, государь – помазанник Божий, священное лицо, носитель особой силы благодати Духа Святого. Эта божественная сила, действующая через помазанника Божия, удерживала распространение зла тайны беззакония». Святитель Николай Велимирович: «Вероятно, во всей истории мирового государственности нет примера бескорыстного самопожертвования, подобно тому, который был явлен жертвой царя-мученика Николая. Сербы не смеют забывать, что царь-мученик, без какой бы то ни было корысти для себя, прекрасно осознавая тяжесть возможных последствий для своей державы, народа и, в конце концов, самой короны и жизни собственной семьи, вступил в войну Первую мировую, чтобы защитить наш народ. Вступил в войну за Сербию, войну, в которой потерял и державу, и корону, и свою семью, и свою жизнь». Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский Максимович: «Не понимая подвиг вольных страданий царя страстотерпца и его семьи, мы не принимаем и великую искупительную жертву за русскую землю святых царственных великомучеников. Величайшее преступление, совершенное в отношении его, должно быть заглажено горячим почитанием его и прославлением его подвига. Перед униженным, оскверненным и умученным должна склониться вся Русь». От епископа Верки Таушек: «Царь Николай II был поистине благочестивейшим, не только потому, что такова была формула поминовения его за богослужение, но и по особенному действительно благочестивому настроению его подлинной христианской души. Вот почему так ненавидят его особенной лютой ненавистью все эти сатанисты-слуги Антихриста, скрежетали зубами на него, клеветали. Такова была и вся его благочестивая семья. Государыня императрица, которую так гадко и несправедливо порочили, была высоконравственной женщиной, настоящей русской патриоткой и глубоко верующей православной христианкой. В таком же точном духе они воспитали своих царственных детей. Нам известно, что в царском дворце порой ежедневно совершалась божественная литургия, о чем свидетельствуют духовники царской семьи, причем сама государыня императрица и четыре великие княжны пели всю литургию на хлебе сами и со слезами всегда исповедовались. Вот сколь велико было благочестивое, истинно христианское настроение их душ. Поистине, только
только сам сатана мог так ополчиться со всей своей злобой на эту благочестивейшую семью, только потому, что она была символом православной России, символом Святой Руси, которая была оплотом истинной православной веры для всего мира и для всего человечества. Подвиг, поистине подвиг святой царской семьи в современном утопающем возле мире, возле грехи мире, является для православных людей сияющим примером и маяком, ориентиром, указывающий путь к Богу, является, надеюсь, залогом истинного возрождения, воскресения нашей Отчизны, Святой Руси. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Владислав Вячеславович, за такой интересный доклад. Попрошу вас потом сбросить меня. И последний выступающий у нас сегодня – это Шелест Марина Викторовна, заведующая библиотекой Царицынского православного университета. Ее тема звучит так – «Служение милосердия в царской семье». А те вопросы, которые будут и к Марине Викторовне, и к Владиславу Вячеславовичу, я думаю, можно будет. В 1914 году, как известно, Германия объявила войну России, началась Первая мировая война. Людские потери России составили более 10 миллионов человек. В такое исключительно трудное время, трагическое для страны, благотворительная помощь пострадавшим от войны выступила на первый план. Неоценимый вклад в дело развития благотворительности внесли император Николай II и члены его августейшей семьи. Так, под покровительством императрицы местному отделению Красного Креста удалось уже 10 августа, получается через 20 дней, 1914 года, организовать два лазарета, а впоследствии их число было увеличено до 70. В то же время оборудовали санитарные поезда для перевозки раненых с мест военных действий. 13 ноября 1914 года в Царском селе был освящен военно-санитарный поезд номер 143, которому было присвоено имя императрицы. Под покровительством Александра Федоровна было создано 4 поезда склада для снабжения армии медицинским снаряжением. В Екатерининском и многих других дворцах открываются склады Ее Императорского Величества, обеспечивающие армию бельем и перевязочными средствами. Даже в здании Зимнего дворца в октябре 1915 года был открыт лазарет на 1000 раненых, названный в честь наследника престола цесаревича Алексея Николаевича. В белокаменном колонном зале была оборудована огромная современная операционная. Знаменитый Петровский зал отдали для послеоперационных больных. В других залах разместили палаты для раненых. При этом почти все художественные ценности, картины, скульптуры оставались на своих местах. Семья императора Николая II отдала под военный лазарет не только свой главный дом на Дворцовой площади, но и почти все загородные дворцы и резиденции по всей Российской империи. Беспрецедентным поступком в русской истории стало решение императрицы Александры Федоровны работать вместе со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной, сестрами милосердия, в лазарете. Для того, чтобы помощь раненым была профессиональной, царицы с дочерьми прошли специальный курс обучения у выдающегося хирурга княгини Гедроиц, занимаясь по 2 часа в день и ежедневно практикуясь в лазарете. Учились они, как все, не подчеркивая своего особого положения в обществе, сдавали общие для всех экзамены, и многие отмечали вдумчивость и сострадательность, с которыми царские особы отнеслись к выбранному делу. После окончания обучения они стали хирургическими сестрами. В царско-сельском дворцовом лазарете августейшие особы без каких-либо привилегий выполняли сестринские функции согласно полученной квалификации. Императрица распорядилась, чтобы Ольга и Татьяна Николаевна поступили в отделение для низших чинов, приучая их к мысли о служении своему народу, а сама работала в отделении для офицеров. Стоя за хирургом, государыня, как каждая операционная сестра, подавала инструменты, вату, бинты, поносила ампутированные ноги и руки, перевязывала раны, не гнушаясь ничем, и стойко вынося запахи и ужасные картины военного госпиталя во время войны, вспоминала фрейлина и лучшая подруга императрица Вырубова. Взгляд императрицы на благотворительную и милосердную деятельность всецело разделяли ее старшие дочери. Великая княжна Татьяна Николаевна оказалась весьма способной хирургической сестрой. Великая княжна Ольга, более слабая здоровьем и нервами, предпочла работать в палатах, убирая за ранеными. К
княжны занимались также чисткой и стерилизацией медицинских инструментов, перевязками, подготавливали белье и бинты. Младшие дочери царя, великие княжны Мария и Анастасия Николаевна, тоже принимали посильное участие в милосердной и благотворительной работе. Они посещали раненых солдат, шили белье, готовили бинты для отправки в лазареты. При этом очень сокрушались, что, будучи слишком юными, не могли стать настоящими сестрами милосердия. Младшие великие княжны занимались сбором пожертвований. Перед началом каждого рабочего дня августейшие сестры милосердия заходили в церковь для благословения у древней иконы Божьей Матери Знамения. По воскресным дням молились в недавно построенном Федоровском соборе. Для раненых воинов, которые не могли передвигаться, государыня и императрица на свои средства сооружают походную церковь, которую перевозят по госпиталям. Хотелось бы особо отметить, что за время войны царица ни себе, ни дочерям не шила ни одного нового платья, кроме платья сестры милосердия. Сам император Николай II, являясь главнокомандующим русской армией, помимо руководства военными действиями, успевал посещать перевязочные пункты, военные госпитали, тыловые заводы. Достаточно упомянуть, что император Николай II, ни минуты не колебаясь, пожертвовал во время войны лично 200 миллионов рублей, хранившиеся в Лондонском банке, на нужды раненых, увечных и их семей. Царская семья стала образцом высокой нравственности и благочестия в служении русскому народу. Спасибо. На этом закончилась наша такая часть, посвященная докладам. Да? Теперь мы можем поговорить о самих докладах, обсудить. Может быть, какие-то вопросы у вас есть. Было бы интересно обратную связь получить, в том числе и не только по теме докладов, но и, может быть, какие-то свои мысли будут о подвиге царской семьи, о их жизни, о том, что произошло у нас 100 лет назад и как нам быть в этом плане. Если кто-то, кстати, желает, может, я думаю, выступить или с места, или даже там еще несколько минут у нас пока еще есть. Мы специально для дискуссии, для обсуждения доклада поставили какое-то место. Хотя докладчики немножко увеличили срок выступления, то есть, вернее, время выступления, но тем не менее у нас еще есть. Но если пока вы думаете, я с вашего разрешения перейду к своему заключительному слову, которое будет выражаться в нескольких моментах. Вот, значит, что хотелось сказать в конце. Дело вот в чем. Вот мы уже заметили, да, и вот Владислав Вячеславович говорил об этом, и я немножко вскользь уже упомянул о том, что наша страна развивается. И в первую очередь, конечно, мы сейчас говорим о духовном развитии. И у нас происходит переосмысление того, что было 100 лет назад. И вот если взять опрос в ЦИОМ, более свежие опросы я не нашел, этот опрос был проведен в 2013 году, но я думаю, с учетом того, что недавно наши представители, наши элиты, так скажем, да, современные, они констатировали разворот России к консервативному курсу, то есть тенденции консервативные у нас набирают силу, это очевидно. Думаю, что эти цифры, возможно, будут скорректированы в плане благоприятным для нас, для православных русских людей, которые по определению должны одобрять монархический строй. Я еще раз напоминаю, что монархия – это Богом установленная форма власти. И если мы по каким-то причинам пока этого не понимаем, то, конечно, это не проблема церкви и ее предания, а проблема наша. Допустим, была такая проблема у священномученика Илариона Троицкого. Он до революции выступал за республику. Но потом, когда произошла эта трагедия 17-го года, и он понял, что к чему это все приводит, это безвластие, и он отрекся от своих республиканских идей и стал агитировать за монархию. И я так понимаю, что такое же положение мировоззренческое было у многих, даже у представителей духовенства, у представителей элиты политической нашей, да? То есть переосмысление, очевидно, произошло. И вот в 2013 году, очень кратко я сейчас резюмирую то, о чем хочу сказать, 68% людей, респондентов, было опрошено 1600 человек, выборка немаленькая, стандартная, они выступали против монархии.
28% за. Причем, что интересно, если взять по категориям, вот среди молодых до 35 лет количество тех людей, которые выступают за монархию, за восстановление, 37%. Это очень хорошо. И столько же людей выступает за восстановление монархии среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Но, кстати, это еще лучше. Почему? Потому что в основном все те, кто решают какие-то вопросы, ну, у нас так в России традиционно получается, что все решается в двух столицах, в Санкт-Петербурге и в Москве, да, то есть получается, что 37% жителей этих наших столиц, они выступают за восстановление монархического строя. Это очень отрадно, лично для меня, как для убежденного монархиста, и для человека, который все-таки понимает, что вслед за святыми отцами, святитель Иоанн Шанхайский очень много об этом говорил, что от восстановления монархии или от невосстановления зависит будущее России. Это понятно, что мы много уже сейчас пребываем в таком безвластии. Наше смутное время, почти 30 лет, продолжается. Я вот был детем, оно все начиналось, и оно все пока еще продолжается. Это для нас очевидно, если брать картину, смотреть на нее духовным взором. Вот. И, кстати, еще добавлю, если говорить об опросах, мне недавно попалась такая статистика, что был опрос о религиозности людей в России, также российский какой-то центр опрос вел, сейчас не помню кто. В общем, меня поразило то, что самые религиозные люди, думаете, где проживают? В глубинке, не знаю, там где-нибудь в Новосибирске или же в Рязани даже. Ну, в общем, самые религиозные люди, кстати, Рязань там, да, действительно очень религиозные, но в Москве респонденты сказали, что наибольшее количество людей, которые там было так интересно поставлен вопрос, кем вы себя считаете. То есть, допустим, кто-то сказал, что я семьянин, кто-то сказал, что я профессионал там в области какой-то, да, кто-то. А в Москве наибольшее количество людей идентифицировали себя как православного человека. Вот, это очень меня вдохновляет, и мне представляется, что будущее именно за вот этим направлением, если мы хотим, чтобы оно вообще у нас было какое-то будущее. Вот, и в конце хотел порекомендовать несколько книг от себя, да, несколько сайтов. Вот я недостаточное количество, признаюсь, времени посвятил поиску трудов о царе Николае и его семье, но, к сожалению, как я понимаю, ну, если бы он был, этот фундаментальный труд, то я бы за какие-то предыдущие годы бы, наверное, его нашел. Но ни одного фундаментального труда нет. Вот, вообще нет. Ни его жизни, ни его смерти, ни о жизни семьи. То есть никакого осмысления такого. Оно есть, но оно в таких разрозненных статьях, публикациях, выступлениях, докладах, фильмах, каких-то сюжетах, да, есть, но нет ни одного такого серьезного труда, тем более нет ни одного серьезного фильма, говорю о документальном, конечно, фильме, который тоже должен быть, да, вот, то есть какие-то моменты, есть фильмы, вот, допустим, Сергей Алиев снял, да, но, конечно, это там пока еще он хороший, да, он хороший фильм, он позволяет нам понять правду, но хотелось бы более фундаментального чего-то и с научной точки зрения, да, с точки зрения аргументации, базы, вообще с художественной подачи, да, какой-то, я имею в виду, что как, чтобы это красиво было, более масштабно, и чтобы мы все включились в это. Но вот я не нашел ни одного труда. Но то, что хочу сказать о монархизме, да, есть как минимум, вот мне известно, три фундаментальных труда, касающиеся темы монархии и ее осмысления. Первое – это митрополит Иоанн Снычев, замечательный наш иерарх, который писал очень много о монархии, о самодержавии, о ее месте в жизни России. Он отошел к Богу в 90-х годах, он вот рано ушел, так, промыслом Божьим, но многое для нас оставил, много завещаний оставил. Вот его главное завещание на эту тему – это книга «Самодержавие духа. Очерки русского самосознания». Вот рекомендую. Вторая книга – это вообще труд мощнейший и очень замечательный тем, что сам Лев Тихомиров, он был сначала революционер, он сначала боролся с царской властью, а потом в какой-то момент он пережил
катарсис, очищение, озарение такое, принес покаяние, вернулся с этим покаянием в Россию и начал бороться за сохранение тогда еще монархии. А потом, как мог, он пытался восстановить, но он же в конце писал, Лев Тихомиров, это я как сейчас помню примерно его слова, он говорил, что очень тяжело признать, что дело всей твоей жизни, которому ты посвятил 20 там или сколько лет, он был активным пропагандистом монархии, оно не нужно твоему народу. То есть оно практически осталось невостребованным, и народ, как мы знаем, сказал нет царю и его власти. Вот. Его книга называется «Монархическая государственность». Он отошел к Богу в 20-х годах. То есть он в основном боролся за царскую идею, за монархию вот, в конце 19-го, начале 20 века. И третья книга, извините, тут у меня буква, цифра не та, Иван Солоневич, «Народная монархия». Тоже фундаментальный труд, который известен, наверное, больше все-таки за рубежом. Потому что сам Иван Солоневич, он писатель русского зарубежья, он отошел к Богу в середине 20 века в Уругвае. И он написал вот именно это такое серьезное сочинение за рубежом. «Народная монархия» она называется. И это, можете конце, сюда добавить да, еще, да, я извиняюсь. Да, конечно, работу, можете говорить со смыслом. Недавно православного архиепископа Серафима Соболева, «Русская идеология», тоже очень хорошая работа была. Кстати, да. Она очень духовно написана, православная. Я знал, слышал о ней. Хорошую, ее можно найти в интернете. «Русская идеология». Пропустил, да, «Русская идеология». Это очень сильный труд тоже. И святитель Серафим, он был канонизирован в 16-м году, буквально недавно. И последнее, о чем я хотел сказать, это порекомендовать сайты, которые пишут в том числе о теме монархии очень правильно, вот, в таком хорошем ключе, положительно оценивая развитие этой концепции, этой идеи и реализацию в России. Это сайт азбука.ру, там очень много, кстати, вообще этот сайт универсальный, там очень много материалов, очень много книг, я постоянно туда ныряю, читаю, всем рекомендую. Азбука.ру, православие.ру, там в основном не книги, а статьи, вот, но также очень много из этих статей посвящено царской теме, теме монархии. И еще два сайта рекомендую также: благодатныйогонь.ру, благогон.ру и руссконародныйлинья.ру, russkline.ru. Вот. Вот. Эти сайты также раскрывают монархическую тему, там много современных авторов, часть из которых мне известна лично. Вот. Интересные люди публикуются вот именно на тему монархии в России и во всем мире. Потому что, как мы знаем, наша русская монархия, она традиционно была удерживающей, как отцы говорили, часто удерживающей от беззакония, от развития беззакония в мире. Но это просто даже с точки зрения количественного, да, фактора, не говоря уже о качественном, о духовном. Нас, православных русских людей, всегда было больше. Всегда, если учесть тем более то, что мы представляли из себя в начале 20 века, как известно, Россия, русский народ в начале 20 века составляли 10% России от населения мира. Сейчас 2%, по-моему, и то меньше уже, меньше двух. То есть получается, что в 5 раз наш вес сократился, я говорю, количественно. Ну а духовная миссия, мне кажется, она наша наоборот только повысила свое значение, потому что, ну, видим, что происходит на Западе, дехристианизация глобальная, и этот Запад сейчас распространяется уже не только на страны Западной Европы, Северной Америки, но и на Латинскую Америку, там тоже все эти ценности уже фактически узаконены. Вот. Поэтому, ну, значение нашего возрождения и нашего от спячки восстания, так скажем, оно очень высокое, оно очень великое. Поэтому русские люди, вот сейчас даже могу сказать, что так можно, обращаясь к нам, ко всем, да, давайте проснемся, давайте, как говорил святитель Иоанн Шанхайский, очнитесь от сна, сыны России, восстаньте, не допускайте уныния, что мы понимаем, что да, у нас много было ошибок, и мы низко пали, но тем не менее, вот от нашего покаяния зависит будущее, в первую очередь наше, но и окружающих нас людей.
Вот на этой ноте я хотел бы завершить. Если какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, прошу, пользуясь случаем, всегда такую духовную корысть проявляю, пользуясь случаем, прошу молитвы за меня грешного Максима, вот, чтобы Господь помогал вот, в служении Матери Церкви. Вот. И это идет, это все организовано из одного центра. Вот я могу сказать, вот так изнутри немножко смотря, хотя я здесь живу, но часто бываю в Москве, у нас есть с единомышленниками общее дело, мы участвуем в создании аналитического центра святителя Василия Великого, и среди моих друзей в основном все монархисты. И мы видим, что насколько вот сейчас пытаются нам помешать, объединиться, консолидироваться, взаимодействие наладить, да, чтобы мы начали что-то действительно стоящее делать. Дошло до того, что вот я сейчас еще займу немножко вашего времени, я думаю, это важно. Вот было, когда вот это противостояние кощунственному богохульному фильму «Матильда», оно было, и мы собирали подписи, собрали 100 тысяч подписей. Кстати, нас поддержали, что очень отрадно, почти 10% депутатов Госдумы, 37 человек подписали обращение к Генпрокуратуре с требованием отозвать лицензию этого фильма. Вот. И еще что хотел сказать, что вот движение «Царский крест», которое проводило как раз мероприятие, координацию этого действия против фильма, и вот мне сам Александр Прожников в разговоре сказал, что вы не представляете, нас, на каком уровне нас блокируют. То есть нам не дают возможность выйти даже на улицы Москвы. Мне оказались они, мои друзья участвовали, в общем, только на территории одной из церквей. Там 1000, что ли, человек собралось, то есть только в церковной ограде вы можете собраться, нам дали знать это, что вы можете собраться только на территории церкви, и все. То есть не давали никак выступить, никак показать, что мы есть, что мы православные русские монархисты, которые выступают за самодержавие, за настоящее самодержавие, да, что мы есть. То есть получается, что противодействие огромное на самом деле, и от того, насколько активны мы будем, насколько мы проснемся и осознаем, что нам надо делать, будет зависеть наше будущее. Это точно. Вот. И в конце, кстати, хочу сказать, что вот очень много мифов о царе Николае существует и сейчас. Один из мифов, кстати, у меня в голове был, что он был слабовольный и так далее. Но когда я прочитал у отца Александра Шургунова, что его отречение — это не слабоволие, не признак слабоволия, а это признак как раз того смирения с волей Божией, о котором говорил вот и батюшка, да, что он смирился и сделал так, как Господь ему велел еще в свое время в пророчествах тех подвижников, с которыми он встречался, царь-батюшка. И вот, кстати, журнал «Фома» за октябрь 17 года, я недавно буквально открыл его и поразился тому, что там все вот эти мифы о царе развенчиваются. 8 мифов о последнем императоре, здесь прекрасная статья Глеба Елисеева, вот, рекомендую также вот этот журнал. Тут все очень просто разложено, и нам надо понимать, что мы чаще всего становимся жертвой манипуляции, жертвой вот этого зомбирования, обмана, которое берет свое начало в основном не из России, а из других стран. Вот, ну все, я думаю, если у кого-то есть вопросы, пожелания, слово, возможно, какое-то, то, пожалуйста, если нет, то тогда буду просить отца Вячеслава возглавить нашу молитву, и если можно, помолиться еще и также царским мученикам, вот молитва в конце акафиста есть. Она небольшая, я думаю, что нам будет приятно всем вместе помолиться соборно. Все, спасибо Господи вас за чистейшую херувим и славнейшую без сомнения серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу вся величаем. Господу помолимся. Господи, помилуй. О святых страстотерпче, царю мученича Николая, Господь избра помазника своего, во еже милостивно, и право судите людям твоим и хранителям церкви православной быть.
сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечения совершал Иси. Господь же испытуете, яко Иова многострадального, опустите поношение, скорби, горькие, измену, предательство ближних отчуждения и в душевных муках земного царства оставления. Вся сия ради блага России, яко верный сын я претерпев, яко истинный раб престолов мученическую кончину прием, небесного царства достигл Иси, и держи наслаждающийся, вышняя славу престола всех царя, купно со святою, супружницей твоей царицей Александрою, и царственными чады Алексеем, Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией, ныне имея дерзновение, велию Христа царя моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, достяжем смирение, кротость и любовь, исподобимся небесного царствия, и держи купно с тобой и всеми святыми новомученики, исповедники российскими, прославим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Спасибо, Господи, нам всем. Сегодня состоялся семинар, посвященный святому царю Николаю и святым царским мученикам. Мы готовились к этому семинару сравнительно небольшое время, но за этот же срок, небольшой, да, такой период времени, мы привлекли с Божьей помощью достаточно большое количество докладчиков. В частности, одним из выступающих был декан Богословского факультета Царицынского православного университета, священник Вячеслав Патрин. Также одной из докладчиц была Колоскова Инна Викторовна, кандидат педагогических наук. Она является преподавателем Царицынского православного университета. Если говорить о других докладчиках, которые были, то еще один сотрудник Царицынского православного университета, именно Шелест Марина Викторовна, она также выступила с докладом. Помимо этого, среди докладчиков был Куликов Владислав Вячеславович, он главный редактор газеты «За Русь Святую». То есть достаточно такое представительное было мероприятие. Ваш покорный слуга был модератором, лучше сказать, ведущим этого семинара. И мы в свое время мы планировали этот семинар как вот такое вот мероприятие, которое бы позволило нам поговорить о жизни и подвиге святого царя Николая и его семье. Вот главная цель его – это вспомнить о царе и его семье, о его жизненном пути и рассказать о его подвиге. Но самое главное, то, что я для себя считал целью моего участия в этом семинаре, это призвать людей более глубоко осмыслить его подвиг, его веру, его огромную любовь к Отечеству, приверженность православию, нашей Матушке Церкви, осмыслить, переоценить наше отношение к этому, к его подвигу, царскому страстотерпческому подвигу, и принести плоды покаяния и этого переосмысления, чтобы мы, русские православные люди, наконец-то поняли, что мы потеряли, кого мы потеряли и к чему нам надо стремиться, что монархия – это не отжившая архаическая форма управления, а это Богом установленная истина государственно-политического строя, когда мы, подчиняясь одному человеку, одному царю, одному императору, одному монарху, мы фактически преклоняем свою выю, смиряясь, мы подчиняемся самому небесному царю, Богу нашему. И эта иерархическая система, установленная самим Господом Иисусом Христом, она работает лучше всякой другой человеческой придуманной системы политической. И имеет не просто политическое и экономическое или социальное значение, а имеет духовное, сакральное, мистическое значение. Поэтому помимо самого подвига царя-батюшки и его семьи, мы говорили и о значении монархии как таковой, о значении возрождения монархии в России на русской земле и о нашем участии в этом возрождении. Я думаю, что эти встречи, беседы, лекции, семинары, мероприятия о царе-батюшке, о которых вы сказали, нам всем
и для наших молодых людей. Это обязательно нужно проводить, нужно делать. Потому как если мы не будем говорить о его жизни, о его подвиге, то получается, что за нас будут говорить другие и будут говорить ложь, неправду, не то, как это в реальности воистину было, а будут говорить о мифах о царе, о которых мы уже слышим лет 100 примерно с момента его ареста, а если быть точнее, что и раньше эти мифы плодились и множились и привели к дискредитации монархической идеи в целом. Вот нам для того, чтобы возродить монархию, нам нужно возродить сначала монархическую идею в головах людей, в сознании наших русских соотечественников. И начинать это нужно со скамьи школьной, если не с садика детского. Потому что когда человек достиг зрелого возраста, его обработали со всех сторон СМИ, не православные, не христианские, те, которые внушают одну идею, гедонизм, бери от жизни все, наслаждайся и все. Конечно, тогда ни о каком царе такой человек не сможет слышать, не сможет понять, для чего ему царь, когда и так у него все хорошо в жизни, когда все его счастье заключается только в утробе, когда он вообще не думает о таком понятии, как душа. Поэтому эти мероприятия, посвященные царю, батюшке Николаю, его семье, они необходимы, они обязательны, если мы хотим иметь будущее. И разные формы нам нужно применять, и СМИ православные, в том числе монархические, возрождать. Потому что если не будет другого, то тогда будущего России нет. Мы так и будем находиться вот в этом смутном времени, в котором уже купаемся 30 лет, и конца из этого выхода не видно, из этого ситуации не видно пока. Вот. И я считаю, что будущее за монархией, за русской православной монархией, но для того, чтобы она стала актуальной для всех нас, для большинства хотя бы соотечественных, для моих единокровных братьев, надо, чтобы мы с этими единокровными братьями, с русскими людьми еще были единомысленны и смотрели в одну сторону, думали одинаково, чтобы наши сердца бились в унисон, чтобы наш дух осветился благодатью Божией, благодатью Святого Духа. Тогда будет все по-другому. Ничто нам другое не поможет, кроме Духа Божьего, который будет пребывать в нас и освещать наш путь по возрождению России. Действительно, те вопросы, которые поднимались на этом научно-практическом семинаре, они очень важны для современных людей, для молодых родителей, мам, пап, которые ищут образцы воспитания, которые хотят счастья своему ребенку. И как раз-таки вот этот опыт для нас очень важен, и его важно изучать. И поскольку построение в этой семье основано было на любви, и она была явлена вот в таком живом виде, поэтому, конечно, это тот источник, из которого нам надо пить и изучать это обязательно. Поэтому сегодня мы обратились к этой теме, увидели основы вот современной педагогики с точки зрения того опыта, насколько он приемлем для нас, насколько мы можем от него отталкиваться. И мы увидели, что да, действительно, те примеры, та жизнь, она являет нам собой достаточно современные вот условия воспитания. Мы можем на этом основываться, рассчитывать на это. Знаете, конечно, мне приходится сталкиваться с аудиторией родительской, и я вижу потребность у родителей вот в исполнении знаний в педагогической грамотности. Очень многие мне говорят, что если бы мы знали это раньше, потому что ну, сейчас действительно общество таково, что утраченные основные такие ценности, традиционные ценности, и рассчитывать на то, что получится воспитывать так, как воспитывали меня, и то же самое я могу передать своим детям, к сожалению, не приходится. Действительно, молодым родителям нужен опыт педагогических знаний, поэтому я думаю, что нужны такие родительские университеты, нужны встречи с родителями, они открыты, они действительно хотят этого, задают вопросы, но работа в этом направлении должна вестись вот с точки зрения именно педагогической науки. Исходя из календаря. Ни одна осталась. Не, почему? У нас же есть просто календарь написано, не память.
Желаю всем нам, во-первых, принять уроки истории с пользой для души, не отталкиваться от какого-то такого манифеста, что ли, да, от транслирования там свыше этих ценностей, а вот искать те изюминки, те крупинки, которые действительно нам могут преподать этот урок. Вот в частности, например, история, жизнь святого царя Николая II. Да, то есть видеть в этом свое, видеть в этом то, что я могу взять и применить то лучшее, что есть. Я думаю, что вот с этой точки зрения нам нужно и принимать, и сегодняшний семинар в том числе. Спасибо.